Так, ну что, давайте смотреть дальше. Смотрим. Жердель от Малькова. Мальков от меня, если это настоящая жердель. Потому что у меня к нему претензии. Не у меня, у Латинкова. Вот. Земляк. Но я не лезу в их отношения, ладно. А, еще надо выше смотреть. Так. Ну, Иван Мо, по прививкам примерно сроки, чтобы понять. А, я ответил как мог, то есть никак не ответил. Теперь Эльвира. Я на Озоне купила в марте вербу Горкова. Смазала свою грушу, живая, даже цветет. Подсоски укрыл мне тканкой. Я ничего не имею против вара Бугоркова. Просто появился вар без фамилии Бугорков. Иван Мо, жердель от Малькова. Так. Сертифицировал. Ну, Мальков у меня был. Вот, и это, часть его материала от меня. Вот. Сортировал по фильму «Селивошка», потерял вот, по фильму Дмитрий, по фильму «Селивошка». «Селивошка» – это очень авторитетный наш, с нашей, по-моему, команды он. Потерял 80% косточек. А как понять, потерял? Наверное, не проснулись? А Сережка что фирм сделал? Непонятно. 3 месяца прошло проснуться. Ну, теперь на следующий год давайте. Проснулись Серафим 80%. Манжурис умер 100%. Амур 50%. А что тогда не хватает? У вас все есть. И 100, и 80. Да, но 25 это тоже результат. А при чем тут фильм Сережка? Где же 80% потеряли, если у вас 100%? В общем, не все понятно, Дмитрий. Ладно. Я вас поздравляю. Проснулось 80% Серафимов, 100% манчжурцев, 50% амуров. Живем. Тоже на зоне покупал варбу Горкова. Пишет Леонид. Так, это новый наш член. Жена передает, что вы лучше. О, она с вами бы чокнулась. Жаль, закончился праздник. Ну, на то они и праздники. Праздники каждый день не бывает. А жене привет. Вот. Тоже на зоне брал Бугоркова. Бугоркова я в свое время раскручивал. Вот. Ну и еще раз. Бар Бугоркова я говорил. На улице минус 5, минус 10, 0, плюс 5. Холодно. В это время обрезка производится. В это время заготовка черенков. Тут ему цены нет. При прививках я привык брать старые твердые вары. Потому что прививки мы делаем уже не при минус, а в основном уже когда более-менее, ну как я говорю, начинаете прививку, когда сока движения. А это уже весна, а это уже 5, 10, 15, 20 градусов. Тут я бы брал не вар Бугоркова, а брал бы, ну куда они делись эти вары-то? Помните, твердые вот так. Зато в жару само то. Так, Виноградов, что за фильм? Ну, вы, наверное, спросили про фильм «Селивошка». Так, ну ничего, Эльвира пишет, Кузнецов пишет. Ждем. Я всех пересижу. Вот, а на смеси не становится. А чем хороша наша команда? Вот. Нас из мором не возьмешь. Мы садоводы. Пошел 4-й час. А меня еще ругают, сильно длинные у вас эти самые передачи. Вот и.
Так, Наталья Яковлева появилась. Интересно. А, вот. Смотрим новое сообщение. Дмитрий Кузнецов, хранил в погребе 0 плюс 1, 300 косточек, 22 сорта. Это чьи косточки? Не мои случайно, я вот ничего не помню. 300. А вот же это, а вот почему. У вас вроде бы 300, Серафима 80%, Маджорит 100. Ну, значит, все-таки 80% получается не взошло, что ли? Так? Из 380 это 240. Тогда взошло 60. Тогда мало, если из 300 взошло 60. Так, теперь дальше. Ну, в общем, понятно. Хранил в погребе. Так, Иван Мо. Саженцы от Малькова подмерзли 30-40 сантиметров, снизу проснулись спящие почки. Придется обрезать. Так, не боги горшки обжигают, думаю, что все мы научимся. У нас какой класс учить? Это я, что ли? Больше, чем родители. Спасибо вам за все сердце. Эльвира, я очень благодарен за такие слова. Я только этим и держусь. Самое главное, не покушаться на Божье создание. Бог создал совершенные деревья, они совершенно разные. И где-то когда-то в 18-19 веке какой-то идиот или несколько идиотов придумали, что есть существует одна единая форма для всех деревьев. Караул, солнце не проникает в грушу, солнце не проникает, надо ее раскрыть, надо сделать чашу. Вот этот идиотизм, как его побороть? Ведь речь идет о миллионах деревьях, о миллиардах рублей потерянных. Как вот этих самых выпускниц Тимирязевки переубедить? Я сейчас бы вернулся, показал, чуть что чаша, чуть что чаша. Что вы уперлись в эту чашу, эти абрикосы этот? Ведь они же растут, как Бог их сделал. У нас главный садовник – это Господь Бог. Ведь посмотрите на даже непривитые, привыкая к колечам, да, молчу, вот, на непривитые абрикосы, на непривитые сливы, на абрикосы, персик. Посмотрите на них, они совершенны. Ну, обнаглели, ну, мы садим там, где им вообще не положено быть. Персик в Сибири, да? Показать вам? А, не, ладно, все, не буду. Вот. Так что мы про Бога. Кстати, теперь приказано Бог писать всегда с большой буквы. Я всегда и писал с большой буквы. Сейчас положено в нашей, это самой орфографии, в нашей российской, приказано слово Бог писать с большой буквы. Эльвира, спасибо, что вы уже пишете с большой буквы. Вот. Но те, кто покушается на Бога, берут в руки пилы и начинают Божье создание калечить, думая, что они получат больше урожая, причем не понимая, что потом 40 обработок, это по всему миру, это невероятно. Вот. И ни одной обработки у меня, у вас, у многих. Кто вот моих этих друзей. Так, Яковлева Наталья. У Сергея Сельвошко есть очень хороший фильм о стратификации. Он на каком-то вебинаре сбрасывал ссылку. Так, я, правда, не помню, но, наверное. Так, не буду я не судья. Вот. Теперь. Все. Письма закончились, ребята. Четвертый час. Прощаться пора. Ну что, продолжать будем, а, ребят? Вот. Я сегодня только третью часть от сегодняшнего вебинара рассказал. Но я очень переживаю за конкретного живого человека. Если бы вы видели, что там это, в горшках у нее растут, а показывать запретила. А они уже не первый год в горшках, а она уже купила, а они уже 2 метра и цветут. А она еще в этом же, не в горшке, а в этом вот, в этом самом полиэтиленовом мешке. И не закопанные. Даже в них закопать в землю уже будет. И не обрезанное. И уже конец мая я схватился за голову. Вот. Так хочется помочь человеку. Ну, главное, чтобы она сама себе хотела помочь. Все, прощаемся. Ну, еще есть книги хорошие, записки. Это для тех, кто это, у кого.
мозги, как у меня, левое полушарие развиты. Вот. Покупайте книгу. Хотите плевать, покупайте учебные диски специальные. Вот. Вот эти брошюры, вот эти вот, лежат, никому не нужны. 200 тысяч отдал. Как меня кинули, да? Сейчас продадим. Вот они лежат. Вот взял десяток. Вот. А на любой праздник, на 8 марта, на 23 февраля, на Новый год, на Рождество, на день рождения. Вот. Разорятся, господи, 50 рублей, если 4 брошюры, то 200 рублей. Вот. Ну что здесь этого? И не надо опять покупать, как мне, десятый этот самый. В жизни ни разу не носил эти самые, чуть не сказал, подгузники. Эти, которые штаны держат. Вот. Подтяжки. Ни разу не носил в жизни галстук. Не видели же? Только один раз, когда орден вручали, пришлось одеть галстук. Вот. Вот настоящие это подарки. Вот они. Вот, видите? Кругом садоводы. Что они творят в своих садах? А это наша есть помощь. Все, друзья, теперь я с вами прощаюсь. До следующего понедельника. До свидания. Желаю вам, чтобы у вас как можно быстрее выросли сады. А осенью я вам покажу, что такое сад лучший в мире. Нет, в северной половине планеты. Вот так и скажу. Это не пустые слова. До свидания.